раз я его спустил на воду после покупки прошлого владельца. Катер 2015 года. Такое вот состояние хорошее у катера. Посмотрим, что в нем есть. Постелил я чехлы. Не чехлы, а просто купил коврик прорезиненный, так сказать, чтобы это не пачкался гель-коут. Здесь находится масло у меня и аккумулятор, который питает вот этот мотор 60-сильный Yamaha двухтактный. Вот. Дистанция, руль, Garmin, бортовой компьютер, топливо. Вот. Пока стоим, закрою мотор, чтобы не выгорал. Сегодня середина мая. Вода еще холодная. Здесь у нас вот эти сидушки мягкие. Что сзади, что спереди. Сидушечки. Здесь отщелкиваются вот так. И здесь у нас есть рундук большой. Там дополнительный якорь. Потом дополнительный винт. Вот рундучок. Основной винт находится у меня вот здесь. Здесь вот такие тоже, можно сказать, сливы, да? Пробки выкручиваются, если надо там. Здесь вот отверстие и специальные есть, продаются дверцы. Ручки еще. Здесь мое место. Я купил вот такой вот матрас самонадувающийся. Если мы его уберем, там внизу у нас еще есть рундучка два. Один маленький и один большой. Баллоны для дайвинга, кто дайвингом занимается. Воротника месту, вот для двоих места вполне хватает. У меня средний рост 176 сантиметров. У кого рост побольше, могут лечь. Там еще местом валом остается.